Работу городских поликлиник проверил утром в четверг глава региона Павел Коньков. Год назад профильному департаменту губернатор поручил внести коррективы в работу с пациентами. Одно из главных требований, чтобы запись через интернет была доступна для всех. В 9:30 в 11-й поликлинике на улице Шубиных очереди в регистратуру нет. У кабинетов врачей многолюдно, но столпотворения тоже нет. Медики признаются, конфликты в очередях у кабинетов врачей случаются. Те, кто отстояли так называемую «живую очередь», отказываются пропускать очередь электронную. Сотрудники стараются сделать все, чтобы избегать конфликтов. Ну, конечно, личностные особенности обратившихся, они всегда имеют место. Но мы стараемся, то есть, это нивелировать. В третьей поликлинике ситуация аналогичная. Очередей в регистратуре практически нет. Пациенты работой медиков довольны. Не, претензий здесь нет. Негатива никакого, только позитив. И, вы знаете, и поликлиника совсем другая стала. Может быть, главврачу большое спасибо, что приходишь совсем по-другому. Впрочем, претензии не медицинского характера все же нашлись. Мало в поликлинике лавочек. Слышал про лавочку? Да. Угу. Простой вопрос. Лавочку поставьте. Не сами. Конечно. Прошу, больницы нет денег. Вы первый сказал, есть деньги. Поставили. Если бы были, давно поставили. После осмотра поликлиник Павел Коньков провел совещание с главврачами. Разговор состоялся довольно жесткий. Губернатор поручил разработать план расширения сети лечебных учреждений. Это касается районов, где ведется активное жилищное строительство. В частности, речь идет об Авдотьино и Кохме. Кроме того, Павел Коньков потребовал, чтобы ивановские поликлиники работали в едином режиме. Мы сегодня изучили ситуацию, установили режим работы. Единый для всех. Будем смотреть. С 7 утра и до 19 часов в будний день. Пожалуйста, граждане, приходите, смотрите и прочее. Да? Значит, мы сегодня обсудили вопрос, как еще сократить время ожидания в регистратуре. Значит, мы сегодня выяснили, что очередь в регистратуре перекочевала в очереди к кабинетам участковых терапевтов. И для себя сегодня тоже определили, да, я дал поручение, что срок ожидания у кабинета врача-терапевта не может превышать 30 минут. Сейчас организационно будем эти вещи дорабатывать. 30% пациентов, обратившихся в поликлинику, должны быть записаны через электронную регистратуру. Такая задача стоит перед департаментом на ближайшее время. Главврач 7-й больницы поделился с коллегами опытом. В их медучреждении работает колл-центр. На телефонную связь сотрудники регистратур не отвлекаются. Мы создали колл-центр, сейчас активно развиваем это направление. То есть этот центр, он аккумулирует все звонки от населения, будь то вызовы врача, неотложная помощь, либо просто информационно-справочные услуги. Этот же колл-центр вскоре будет вести запись через интернет. То есть даже пациенты пожилого возраста с отсутствием компьютерной грамотности могут пользоваться этой удобной услугой. Возможно, коллеги других поликлиник позаимствуют этот опыт. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.